Прошел целый год, как в преддверии Дня медицинского работника в КФУ было принято одно из самых важных решений в жизни вуза – открыть университетскую клинику «Казань». В течение этого времени в ней кипела большая работа, и она уже смело претендует на статус одной из самых эффективных в стране. Свое будущее мы связали уже крепко-накрепко с университетом, с наукой университета. И те прорывные технологии, которые нам поставлены искать, мы уже сегодня имеем четкие планы развития, четкие перспективы, четкие технологии, скажем так, да, то есть мы уже их видим, и в самое ближайшее время, мы уверены, они будут служить людям, людям нашего Татарстана, людям нашей России. Коллектив клиники прекрасный, коллектив университета прекрасный, вот, все интеллигентные, понимающие люди и четко решающие свои задачи. Эта задача одна – сделать университетскую клинику лучшей в России, а может быть и в мире даже. Я думаю, мы к этому придем и добьемся. С праздником всех! Университетская клиника «Казань» начала создаваться накануне Всероссийского дня медиков. Поэтому торжественное представление было посвящено сразу двум праздникам. Для всех гостей выступали талантливые творческие коллективы республики, а выдающихся врачей клиники наградили заслуженной наградой. Классический университет вообще не мыслим без клиники, потому что сегодня медицина, здоровье человека, жизнь человека – это проблема номер один. Она сегодня особенно выходит на первое место. И вот мы для себя воспринимаем медицину как локомотив всех тех исследований, направлений, всех тех ученых, для всех тех ученых, которые у нас сегодня работают. Во время праздника зародилась шутка, что совсем-совсем скоро, 9 июня, можно полноправно называть Днем медицинского работника КФУ. Доля правды в этом, конечно же, есть. Из года в год к работе университетской клиники «Казань» будут присоединяться молодые специалисты Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального. Можно не сомневаться, что наш город становится не только спортивной, но и научной столицей. Именно здесь можно не только реализовать себя в профессии врача, но и получить качественные медицинские услуги. Адель Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз.